На ковре А третья пара спортсменок до 48 килограммов. Лия Минвалиева, кандидат мастера спорта, Татарстан, в красном трико. Ее соперница Светлана Ефимова из Санкт-Петербурга, мастер спорта. Дорогие девушки, убедительная просьба заполнять анкеты не так безобразно, как вы это делаете. Здесь новичков нет, и ваша излишняя скромность в этом деле мешает проведению соревнований. Все вы имеете достижения спортивные, просим указывать в анкетных данных. На ковре «Б» победила Маликат Кучаева, Дагестан. Приглашаются Мария Кабанова, Санкт-Петербург, Зельфира Садраддинова, Кемеровская область.
На ковре Б в красном трико Мария Кабанова, город Санкт-Петербург, кандидат мастера спорта, тренер Дмитрий Гирчаглу. В синем трико борется Зельфира Садраддинова, Кемеровская область, мастер спорта, тренер Якучаков. На ковре А руководители ковра. Судьи международной категории Евгений Павлов, Улан-Удэ, Александр Чуенко, Москва, Семен Чердонов, Саха-Якутия. На ковре Б руководители ковра. Владимир Григорьев, Станислав Машков, Москва, и Владимир Альков, Новосибирск. Судьи международной категории. На ковре Б в предыдущей схватке выиграла Зельфира Садраддинова, Кемеровская область. Приглашаются Ольга Харачавская, Хорошавцева, Красноярский край, Виктория Шульгина, Санкт-Петербург. А на ковре А победила Светлана Ефимова, Санкт-Петербург.